Добрый день, дорогие друзья, это компания ProTuning, на связи Мурат. Я очень рад приветствовать вас в нашем YouTube-канале. Сегодня мы с вами посмотрим новенький рестайлинговый BMW X6M Competition в кузове F96. Но прежде чем мы начнем наш обзор, хочу вас вкратце познакомить с нашей компанией, если впервые на нашем YouTube-канале. Компания ProTuning уже более 15 лет на автомобильном рынке. Выполняем всевозможные услуги, связанные с автомобилями, начиная от подбора, покупки, даем гарантию до 3 лет и привезем автомобили с любой точки мира до каких-то работ в наших тюнинг-центрах, детейлингах и автосервисах. Все номера телефонов и адреса есть внизу в описании, смело обращайтесь к нам, ну а мы, собственно, начинаем наш обзор. Ну и начнем мы наш обзор с внешней части автомобиля, точнее с первого, что бросается в глаза, это обновленная решетка радиатора, у которой достаточно массивная матовая окантовка. И самое интересное, что ламели решетки радиатора идут не вертикально, как мы все привыкли, а горизонтально. Достаточно интересное обновление, которое действительно очень круто и достаточно классно смотрится. Далеко не отходя, посмотрим еще одну фишку. Это камера 360, которая, мне кажется, в любом автомобиле это достаточно большой такой must-have. Возьмем пример наш город, где, собственно, очень много машин с каждым годом, очень мало становится парковочных мест, они, в принципе, становятся маленькими. И парковаться в труднодоступных местах, вот такая штука, как камера 360, мне кажется, очень полезна и важна. Перемещаемся далее. На данной версии BMW у нас обновленные матричные фары с очень стильными стрелочками, которые, в принципе, обеспечивают нам качественное освещение. На первый взгляд что-то изменилось, но при этом сохранился тот престиж и нереально крутой внешний вид и стиль BMW. Под капотом у нас самый мощный бензиновый двигатель объемом 4,4 литра, а также мощностью 625 лошадиных сил. Это V8 Biturbo, самый-самый мощный, который только может быть. Самое интересное, данный двигатель позволяет автомобилю разогнаться от 0 до 100 за 3,8 секунды. 3,8 секунды, внимание! Не стоит забывать, что автомобиль европейский, и в их условиях доработка в виде защитной сетки не нужна, а в наших условиях она просто необходима. Данную доработку вы можете сделать в нашем тюнинг-центре по адресу город Краснодар, улица Российская, 313. На автомобиле разноширокие колесные диски, это сделано для более легкой управляемости, а также сами диски в цвете Jet Black, за ними скрывается очень мощная тормозная система. Из декоративных элементов у нас накладка на крыльях и также карбоновая крышка зеркал. Задняя часть автомобиля, в принципе, с предыдущей версии особо не изменилась, точнее, вообще никак не изменилась. Также тут двойные насадки выхлопа с очень интересным элементом, то, что они черные с хромом, это очень интересно и круто смотрится. Поговорим, собственно, про багажник, который, в принципе, достаточно вместительный, не такой, как, например, на X5, но здесь есть очень интересная отличительная особенность, это вот такой вот держатель, который помогает, собственно, облегчает вам, в принципе, использование всего багажника. Плавно перемещаемся в салон автомобиля. Здесь у нас расширенная отделка кожи мерина, потолок из алькантары, также потрясающая крыша Skylounge, множество составов карбона, имеется беспроводная зарядка и сиденье с ломающейся спинкой, а также большим количеством настроек. Это подкачка, подколенный валик, память до 2 человек, массаж, вентиляция, подогрев сидений, то есть все, что нужно для комфортной езды. И еще один очень важный момент, который беспокоит всех владельцев европейских авто, это не работающий в России CarPlay. Мы опросили большое количество владельцев BMW, и не стоит переживать, это все фейк, все прекрасно работает. Более детально рассмотрим руль. Помимо фирменной строчки M, здесь спортивные карбоновые лепестки, очень много, опять же, функциональных кнопок и фирменные переключатели M1, M2. За рулевым колесом у нас находится обновленная мультимедиа-система BMW CarView Display, которая поделена на две части. Это приборная панель и сама мультимедиа-система, которая очень многофункциональна.
при детальном рассмотрении мультимедиа-системы здесь сразу видно, есть навигация, режимы езды, можно настроить радио, подключить свой телефон, личный помощник, шины и очень много, в принципе, других функций, которые очень сильно вам, собственно, помогут при управлении данным автомобилем. А более детальный разбор мультимедиа-системы можете посмотреть в этом обзоре. Перемещаемся на задний ряд автомобиля. Здесь максимально просторно и комфортно. Имеется подлокотник с двумя подстаканниками, отдельный климат-контроль, подогрев сидений, вентиляция, контурная подсветка, а также очень интересная штука. Такой скрытый отсек, где есть USB-C зарядка, а также можно доустановить экран. Вообще любые доработки, например, те же самые экраны для задних пассажиров, вы можете установить в нашем тюнинг-центре по адресу улица Российская, 313. Поэтому смело обращайтесь к нам. В заключение хочу сказать, что данный автомобиль, не знаю, превзошел все мои ожидания. Это одна из лучших моделей в линейке BMW. Поэтому, если вы хотите приобрести данный автомобиль, можете обратиться в наш автосалон по адресу город Краснодар, улица Российская, 263. Также салон у нас есть в Москве. Даем гарантию до 3 лет, привозим автомобили из совершенно любых точек мира, поэтому смело обращайтесь к нам. Также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, где представлены все автомобили в наличии, также те, которые мы привозим под заказ по самым приятным ценам. Также там есть самые интересные новости из мира авто. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, пишите в комментариях, как вам, в принципе, данный автомобиль. И до скорых встреч!